Вам не приходила мысль, что вы бредите? Приходила, но я ее отверг как совершенно бредовую. Ну что за дурак придумал сливки в пакетах продавать? Ну ведь удобно же. Да уж удобно. Третий раз кофе с майонезом размешиваю. А ты чего все время ходишь и оглядываешься? Да год назад я запустил бумеранг, а он еще не вернулся. Что-то шашлык у вас невкусный. Мясо не жуется совсем. А вы масочку снимите? Ишь ты, жениться он собрался. А у тебя деньги-то есть, чтобы доченьку мою ненаглядную обеспечить? Ну, у моего отца 17 нефтяных скважин, недвижимость в Англии и Швейцарии, а у меня 2 миллиона долларов на счету. Прокормлю как-нибудь. Доченька, иди погуляй пока. Мне с молодым человеком поговорить надо. Ну зачем вам эта сопливая ПТУшница? Вам нужна более зрелая женщина. Дед Петруха, вы не одолжите мне 100 рублей до среды? А оно мне надо, я и так плохо сплю. Дед Петруха, сколько вам нужно выпить, чтобы в крови было 2 промилле? Надо не пить 2 дня. Вообще-то полностью алкоголь выводится из крови только через 21 день. Ага, то есть никогда. Извините, у вас в продаже есть компасы? Да, идите 2 отдела на северо-запад, а потом 3-й поворот на восток. Ой, а наш Петруха такой счастливый был, когда на 18 лет мы с сыном подарили ему 9-ку. Машину? Балтику. Подписываемся, кликаем на колокольчик.